Привет, я Даша. А я Лидия. Всем здравствуйте. Да, значит, решили мы тут с обезьянчить и снять анкетное видео. Да, опять. Что-то у нас привычка тут входит. Анкетное видео. Я изобрела это слово. Ну, как изобрела? В общем, я позвала этим словом видео, которое тег, потому что я не люблю вмешивать иностранные слова в русскую речь. И анкетное видео. Да, спенили мы дружно у девушки по имени Жем. Ссылка, как всегда, внизу под видео. Понеслось. Да. Ну и вот вопросы, так сказать. Вопрос первый. Аудиокнига или книга в руке? Книга в руке, это значит, я вообще аудиокниги за книги не считаю. Это аудиоспектакль. Все. Это не книга. Это да. Я вообще на слух это не воспринимаю. Я ее включаю только когда я иду куда-нибудь, мне скучно, радио слушать не хочется, вот тогда да, тогда. Да, я и вовсе никогда их не слушаю, поэтому книга в руке я тоже однозначно. Второй вопрос. Мягкая или твердая обложка? Твердая, ненавижу мягкие. Во-первых, они очень быстро трепятся. Во-вторых, на середине неудобно читать, там складка проглатывает окончание слов, и она разваливается очень быстро. Фея. А ты? Ну, безусловно. Но я мягко только когда, так сказать, нет твердой, так сказать, ничего. Понятно, ну, да, тоже вариант. Лучше уж, так сказать, в руках подержать. И у нас, допустим, у Акунина есть несколько книг, да, буквально 2-3 да. Мягкое, ну, твердо не нашлось. Это да. Вопрос третий. Так, художественная или наоборот? Не художественная. Художественная. Безусловно. Ну, не художественная, так сказать, в небольших количествах, если уж. Ну да, потому что я обожаю, конечно, историю, но я не способна читать десятками книги прям вот подряд. А вот художественно способна. А вот касаемо техник художественных книг, которые там, как научиться готовить, как научиться планировать свое время, ну, в общем, как стать кем-то или как научиться чему-то, я вообще такие книги как-то не очень выросла я из них. И я такая же. Выдуманный мир или что-то происходящее в реальном мире? Сложно выбрать. Наверное, все-таки 50 на 50, я не знаю, ничья, Швейцария. Ну, в общем-то, литература художественная имеется в виду, она вся выдуманная, так сказать. Да, и только изредка, что основано, положено на реальных событиях. А в основном, мне кажется, она всегда основана. Все равно же автор чем-то вдохновляется из реальной жизни, истории, которые он где-то услышал. Он просто их пили. Ну, как-то складывается так. Вот идет ему что-то приходит вот там. Что-то было как-то по-другому. Гарри Поттер или Сумерки? Гарри Поттер. Как-то мудрее немножечко, больше идей философских. Безусловно. И вообще, ну, новая. Одна из немногих книг, которая пропагандирует идею того, что волшебниками не рождаются, ими становятся. Это тоже тяжкий труд и тяжелая учеба. И, ну, вообще-то много хороших идей подается. Ну да. В Сумерках тоже есть, ну там, ну, мало. Я не люблю этих всяких вампиров. Да, сама такая, Сумерки исключение. Kindle, iPad или другое? Другое. Kindle вообще в руках никогда не держала. iPad, как там? Там глаза будут портиться. Вот. Так что другое. В принципе, были бы функции, что удобно в руке держать, легенькое и электронное чернило. Все. Вот если вот эти три качества у книжки есть, мне без разницы, Kindle, не Kindle. Нет, я их и тоже не держала никому. Одалживать книги или покупать? Покупать. Конечно, покупать. Никогда не одалживала. Я Плюшкины собственник. Ну, все поняли. Что касается книг, так это однозначно. Обычный книжный или онлайн-магазин? Онлайн. В городе, где мы живем, книжный магазин вообще никакой. Даже который центральный, огромный, он зайдешь, вообще ничего нет. Ничего не найти толком, только онлайн, да и цены в онлайн-магазинах пониже. Все-таки какая-то атмосфера, так сказать, есть. Ну, онлайн-магазин ты его не чувствуешь, ты просто посмотрел и все. А вот, я по ссылку чувствую. А вот какое-никакое, но все-таки изобилие, какая-то вот особая какая-то атмосфера, когда столько много и всего. Ну, походить глаза попродавать. У нас в квартире тоже своеобразный книжный магазин. Ну, в каждой комнате, даже в ванной, везде книги. Расскажите мне все в одном произведении или напишите трилогию. Все-таки в одном, хотя против трилогии тоже ничего не имею.
ты, я, собственно, то же самое. Но это не вмещается по объему, но никак не втискивается. Да, ну или автору хочется как-то заинтриговать там читателя, как это было, допустим, Сапфировая книга, Изумрудная книга, вот эта вот трилогия. Там же каждая часть заканчивается прямо вот на самом интересном. Да. Толстая или тонкая книга? Конечно, толстая. Чем толще, тем лучше. Ну, тут зависит от содержания, конечно. Ну, конечно, толщина всегда впечатляет. Так сказать. О, сколько удовольствия получил! Я всегда радуюсь. Да. Романтика или... Ну, говори уж по-английски. Экшен. Мы не придумали. Да, мы думали и не придумали. Какой-то политический боевик или что-то. Романтика. И я. Не люблю насилие. И я тоже. Все эти триллеры, все эти... Фу. Завернуться в плед или греться на солнышке? Завернуться. Ну, да, на солнышке тоже не приятно. Как-то в пледе уютнее, а и от холода проще спрятаться, чем от жары. Я вообще не особо... Моя любимая погода – ливень с молнией. Ночью сегодня такая была. Да. Вот именно. Горячий шоколад или латте? Горячий шоколад и кофе не пью. А я ни то, ни другое, потому что просто кофе черный. Так вот же это кофе. Ну, это кофе, но только со сливками, ну, да. со всякостями. Я нет, я такой. Ну и последний, прочитать отзыв или определиться самому? Я сначала сама пишу отзыв, и только потом читаю отзывы других людей и стараюсь не читать отзывы перед чтением книги. Не всегда получается, но я прочитываю какую-то книгу только потому, что наткнулась на любопытный отзыв. Но это исключение из правила. Ну, я их не пишу, отзывы никогда, и в общем-то, противница... Ну, анонсы — это те же отзывы, ты же анонсы читаешь. Ну, как? Не анонсы, имеется в виду там... Ну, то, что на обороте книги написано, не читаю. Ну, тоже не читаешь. Нет, вот я... Не читаю. Туда не заглядываю, сплошной спойлер. Вот да и вообще, кстати, делаем благодарны давать советы. Кстати, о, я прочитала такую книгу, вот прочитайте обязательно, и такую, и сякую. Вот, как правило, так сказать, я... А мы с тобой так делали, видели? Ну, мы делали, но, в общем-то, как правило, ежели слышу такие отзывы, а потом следую он им... Да, потому что чем больше... Не то впечатление. Чем не больше то... ожидаешь от книги, да, тем да. меньше получаешь. Поэтому, если, допустим, человек... нахвалит книгу, ты прочтёшь, скажешь, мик, или наоборот, дурно отзовётся, а то это вообще ну, не будет дурно, то такая, ну да. Но если мне она попадется просто так, не по отзыву, а как-то вот, как-то так, дай-ка я вот это вот читну, так сказать, читнула, о, чудесненько. Ну и все. Да, ну и все. Ну и пока. До свидания, и до скорых книг.